Константин Кенич. И мы из комментаторской кабины будем внимательно следить за происходящим на поле и рассказывать вам. Сегодня Майнц встречается с Аугсбургом. Мы видим состав команды хозяина. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. Состав Аугсбурга. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. В обороне соперника сегодня будет... Нужно выходить вперед! Бей! Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Костя, что думаешь по поводу хозяев сегодняшнего матча? Новый сезон вот-вот начнется, и по его итогам команда надеется взять чемпионство. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Это может быть опасная атака. Куджачхой. Финн Богасон. Пель. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Куджачхой. Может получиться интересная атака. На пару решили разыграть эту минуту. Борьба за мяч. Богасов. Хедир. Отлично сыграно. Надо решать. Богасон. Гол! 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 Отличный удар. Прямо в верхний угол. Второй его гол в сегодняшнем матче. Явный претендент на звание лучшего игрока встречи. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Это может быть опасно. Удар в штангу. Сыграно-то точно, а вот стоило. Куджачхой. Катает мяч игроки выигрывающей команды. Никуда не торопится. Великий комментатор Николай Николаевич Озеров в свое время сказал: нам такой хоккей не нужен. Ну, в данном случае речь о футболе. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Пабло де Бласис. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. У защиты оказывается мяч. Тут опасности нет. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Нет, не дошел этот пас до адреса. Посмотрим за этой атакой. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Так, только не останавливайся. Так, он бьет. Не лег мяч на ногу, выше ворот. Муто. Пока неплохо. 2 минуты добавлено к основному времени тайм. Очередной точный пас в его исполнении. Хедир. И 2-0.